На этой неделе в станции юных натуралистов состоялся краевой семинар, посвященный зоологии. Для участия в нем съехались педагоги дополнительного образования с других районов края. Задача краевого семинара заключается в том, чтобы показать опыт Славянского района по привитию исследовательских навыков детям, используя созданный в станции юных натуралистов зооуголок. На базе станции юных натуралистов реализуются программы, ориентированные как на развитие познавательной активности, формирование интереса к научно-исследовательской деятельности, так и прикладные эколого-биологические. В живом уголке на станции юнатов содержится более 30 видов животных самых распространенных классов с поголовьем свыше 140 особей. По словам директора станции юных натуралистов Елены Слюсаревой, подобный семинар проходит не в первый раз. Вот данный семинар у нас посвящен именно зоологической теме, то есть каким образом мы можем использовать зооуголки в учебном процессе, как они помогают детям проводить опыты, эксперименты, исследования. Станция юных натуралистов города Славянска на Кубани – это единственное учреждение дополнительного образования, которое осуществляет естественно-научную направленность. Все наши программы направлены на то, чтобы ребята приобщались к исследованиям, опытам, экспериментам. Та научная площадка, которая сейчас создана на базе любого учреждения дополнительного образования нашей направленности, она создана именно для того, чтобы каждый ребенок, приходя сюда, мог увидеть, потрогать, понюхать и так далее. То есть не просто созерцать, наблюдать, что-то слышать, но и самому быть активным участником образовательного процесса. Объектами исследований у юнатовцев зачастую становятся животные или растения, представленные в живом уголке станции. Именно продуктивное использование имеющейся базы помогает повышать качество образовательного процесса и добиваться весомых результатов. Воспитанники станции юных натуралистов ежегодно становятся победителями и призерами региональных, всероссийских и международных конкурсов. Так, один из них, Сергей Перегоненко, совсем недавно вернулся со Всероссийского фестиваля творческих открытий и инициатив «Леонардо», который проходил в Москве, где юный славянец занял первое место. Научная работа, которую он представил на конкурсе, была посвящена гигантским улиткам-охотинам. Молодой исследователь рассказал нашей съемочной группе о новом научном опыте, над которым сейчас работает. Я буду продолжать изучать. Сейчас я провожу эксперимент по улиткам и влиянию разнообразия видов еды на их рост и развитие. Потом я хочу взять ягуаны на эксперимент, размножить их и провести подобие экспериментов, которые я проводил с улитками. В рамках семинара директор станции юных натуралистов Елена Слюсарева, начальник управления образования Виталий Титаенко поделились опытом с коллегами из других районов, тем, как организована работа с детьми в станции. Надеемся, что опыт взаимного общения принесет нам с вами пользу. И тот семинар, который сегодня проходит, он, безусловно, не только обмен опытом нашего центра, а и внесение всего того хорошего, что есть в ваших районах, нам тоже хотелось бы услышать и понять, где мы можем еще реализовать свои возможности и потребности. В завершении семинара юными натуралистами для гостей были организованы мастер-классы, организация мини-питомника для кольчатых червей, многообразие пресмыкающихся Краснодарского края. Тина Копачевская, Георгий Калинин, Константин Монастыренко. Программа «События».